Так, ну вот, поле наше старое, не старое, а последнее. Я вот так вот грузим. Гружу первый раз, так что не обессудьте. Подсказывайте, как надо. С дивана она всегда виднее и лучше смотрится. На поле сыровато, вон межа проваливаются, но вроде как более-менее. Как наш 80-ка пройдет ручей, посмотрим. Про камеру, так что извиняйте за угол обзора. Он у нас этот, фамилия очень известная. Вот это нам надо вывести, не знаю, 2-3 рейса сделаю, но этот и, наверное, не сможем больше вывести. Смотри, какая погода, конечно, будет. Если погода даст, то можно, ну, через ручей самое будет интересное, я покажу, попробую показать, если, а то такие вот моменты, они напряженные и не получается всегда снять. Так беру, потому что этот, ну, в телегу удобнее ложить. Попробую. Наверное, в захват не буду брать. Еще наверх один закину, наверное. Это я виноват с крюком. Так все нормально. Переключает. Получилось. Вот такие вот ямины оставляю ниже. Это плохо. Почему плохо? Потому что если ешкой косить, она их просто проглотит, пройдет мимо. Ставит много сена. Убрать с поля, чтобы для, ну, косить, и чтобы не мешались на поле. Здесь вместо цилиндра цепь, и он поднимает вверх, то есть не ровно, а вверх.
зачем? Дурачок, блядь. Потому что захват сделал 1,20 м между ними, и он не зажимает его. Наш сделан захват меньше, он как бы от середины, и он захватывает этот рулон. А этот сделан под 1,5-метровый, нахуй, и ни хрена он его не захватывает. Получается, кончиками захватов приходится его брать, и тогда он в середину больше продавливает, и... Получается возить его даби. Блять. Извиняюсь. Цепляем телегу. Вдвоем поехали, чтобы на всякий пожарный. Ну сейчас попробуем выпилить ее. Еще и салоном. Нам главное, чтобы она не резала шалей сильно больших. Тогда, наверное, будет все нормально. Так, ладно, смотреть продолжение. Камнями заложили, а вот вторую проваливается. Работу мы сделали, так что сейчас просто поедем. Ладно, посмотрим.